Всем доброе утро. Скажи всем привет. Я сейчас буду усики удалять. Мои усики невидимые. Усики, вот эту часть, брови. В общем, все на свете. У меня вот такой вот нагреватель серый, я так скажем, да. Серый, и вот она там нагревается, и вот убираю я эти усики. Это у меня кто-то спрашивал, какой серый или чем я пользуюсь. Вот такой штукой. Она тут сверху крышка у нее нагревается. И все, я в Лидле брала. Конь, у меня уже мало серы осталось, надо новый купить. Вот, и буду процесс делать. Вот тут уберу. Ну, везде, как, в принципе, большинство женщин на нашей планете. Да. Немного подкрасилась. Смотрите, никакой красноты нету от вот этой вот серы. Воска. Ничего. Да, вот тут тоже, ну, есть какие-то покраснения, буквально 15 минут, потом все проходит. Мне, кстати, это... Воск больше нравится, чем такие полоски специальные, знаете, есть. У меня даже, по-моему, здесь есть эти полоски. Да, вот такие. Вот такие полоски мне не сильно нравятся, потому что они очень кожу прям дерут. Я прям вот отдирают от нее вот это вот. Не только волос, но и кожу. Поэтому мне больше нравится этот воск, он более как бы щадящий. Ну и на работе раз. Я не делаю на работе восковые там депиляции или еще что-то. Это для моих постоянных клиенточек, которым нужно там где-то усики убрать, где-то бородку, где-то бровки подщипать. В общем, так скажем так, не то что отдельные, а дополнительные такие услуги, комплименты что ли. С некоторых даже и деньги не беру. Потому что ко мне клиенты ходят годами. В общем, чтобы как-то им сделать приятное, могу там бровки подщипать немножко. А так, чтобы специально кто-то ко мне пришел и только на брови или на эпиляцию лица, нет. Я такое не делаю. Такие дела. Сейчас еще поработаем немножко и домой пойдем. Что у меня, реснички вкусно пахнут, да? Что-то у меня такое ощущение, что тут шторм надвигается. Глядя на море, вроде бы посмотрела по прогнозу погоды, ну по, как это называется, приложению. Ветра нет. Обычно, когда шторм, это сильный ветер. Но нет, завтра вообще легкий ветер. Что даже не знаю. Не хотелось бы шторма. Вода такая уже теплая, хорошая. А после шторма она вообще ледяная становится. В общем, сейчас пойдем посмотрим. Что-то совсем мне не нравится море. Смотрите, появляются белые шапки. И двухсторонний цвет у берега. Это не очень хороший знак. Но будем надеяться, что это только сегодня. Там вот, смотрите, вообще, видите? Когда двухстороннее море, то это не очень хороший знак. Блин, ну я в любом случае поеду сегодня на пляж, потому что потом мы... С девчонками встречаемся. Там вот прям волны большие. Видите? В общем, не знаю. Поживем, увидим, что будет и как. Ну, шторм как-то не очень хочется. Знаете, 5 дней хорошо, 3 дня шторма. Это вообще никуда не годится. Еще хорошо, что медуз в этом году нет, а то бы вообще пипец лето было. Только вода нагреется, и все. Но будем надеяться только на лучшее. На Мичику. Это я. Я сегодня вот так выгляжу. Юбочка джинсовая. И мой пояс. И вот такая красопеточка, да, с розой. Идем. Куда идем? Мы с Пятачком на остановку за бычком. Тебе бычок и мне бычок. В общем, оконцовку сами знаете. Сейчас расскажу, если все получится. Вот эта собака была открыта постоянно.
Как она не надоедает своим хозяевам. Может быть, их даже и нет дома, они на работе. Она постоянно гавкает. Я, кстати, не очень обращаю на нее внимания. Наверное, привыкла. Ну вот, сейчас вот обратил внимание. И мне вот вспоминаю, что она постоянно гавкает. Как не знаю кто. Юрсай. Юрсай не такие погавкать любят. Вот. Да, блин, если шторм будет, то как-то мне совсем не нравится это. Мы сегодня собрались с Колей ехать, у нее на даче, у нее там бассейн большой. Таня приедет с своей семьей, с мамой. У нее вот здесь гостят мама с племянниками и своих двое. В общем, детишки, чтобы они на той неделе уже были в гостях. В пятницу я работала, поэтому не смогла к ним присоединиться. Вот сегодня тоже они собираются там. Ну, я поеду, поболтаем. В 6 вечера, правда, но я вот планировала съездить в 4, как по моему расписанию, у меня свое же расписание, 4 на пляж, вот. А потом к 6 уже ехать туда, к Коле. Она в соседней деревушке находится. Ну, так я и сделаю, в принципе. На пляж-то по-любому поеду. Заодно разведаем обстановку. Завтра у нас уже четверг. Лучше бы он завтра этот шторм начался. Потому что в пятницу, в субботу я все равно работаю. В воскресенье я тоже на пляж не хожу. Как раз он длится всего 3 дня. В общем, что гадать, поживем, увидим. У нас фиеста, начинаются праздники. Короче, ферия Дедия, дневная ферия. Это будет продолжаться где-то около 2 недель. Сначала неделька дневная, потом ночная. В чем заключается? Пьют, гуляют днем, отдыхают, жизнь прожигают. Правда, в такую жару я не знаю, как это все возможно. Но тем не менее. В общем, там моя родственница идет, пойду поздороваюсь. В общем, хотела себе купить купальник. Я вчера одеваюсь на пляж, выхожу. Муж на меня смотрит и говорит: прошлогодний купальник. Он вообще, знаете, не запоминает мою одежду, ничего. А тут, говорит, прошлогодний купальник. Я в этом году ни одного купальника не купила. А раньше у меня было их штук 20, наверное. В этом году я их все повыбрасывала, оставила там парочку буквально. В прямом смысле этого слова. И выхожу в одном и том же. Вернее, в двух. Один постираю, второй одеваю. И вот так вот через день. Ну и в понедельник, ну чего, ну нет у меня ничего. В понедельник я ходила, мне кое-какой понравился, более-менее. Ну чего? И я вчера хотела его купить онлайн. Ясно. Онлайн не оказалось труселей. Пошла сегодня в магазин, в понедельник были труселя и, короче, и верх, да. Я как раз хотела померить, но там как очередь стояла, и думала, что-то нужно мне, не нужно, ну, решила, что не нужно. А сегодня, вчера, после такого высказанного, я решила купить. Вот сегодня пошла, а моего размера труселей тех же самых не оказалось. Ну, знаете, оно и к лучшему. Причем онлайн верх стоил 12 евро. А в магазине 20-21. Прикиньте, разница. Ну да ладно. Куплю Чарли ошейник от Блох. Да. Мы тут в труселях сидим. У меня уже суп согрелся. Пойду супчик кушать. И всем приятного аппетита. Суп, который я вчера варила, вкусняцкий. Я не рискнула взять сегодня сливы. Ну, вы знаете. Глядя вчера, если посмотрели вчерашний влог, то знаете почему. Поэтому я взяла здесь яблочко. Вообще у нас здесь в 5-6 начинают, как это, полдник, что ли, мериенда. В общем, не знаю, куда-то солнце спряталось. Шляпа, чтобы не улетела. И все начинают есть всякие печеньки, там всякие вкусняшки. Ну, я, чтобы не завидовать, беру какой-нибудь с собой фрукт. Сегодня это яблоко. Ножик с собой взяла. В общем, почищу, поем и поеду к Коле на дачу. У нас, кстати, на набережной сегодня
вечером, ну, где-то часов 8:30-9 рынок будет. Я планирую вернуться сюда после того, как побуду у Оли, заехать на рынок. Я вообще раньше ездила каждую среду на рынок. В прошлом году, позапрошлом году. А в этом году что-то еще ни разу не ездила. Не знаю. Неохота просто машину брать, опять ехать. А сегодня, так как по-любому придется возвращаться домой, думаю, заеду. Смотрите, нету солнца, куда-то спряталась. Так что нас с вами сегодня ждет еще, наверное, рынок. Ну, как вам такая идея? Может, купальник найду какой-нибудь симпатичный. Мне Таня дала баклажаны экологические. Со своего огорода, что ли? Да. Это для Чарли Чуси. Она, смотри, чем занимается. В гости приехала. Копеечку не дала, почему? Туда зайти нельзя. Там полили. Чай пьем. С тортиком они будут петь, да. Пить. Везет. Везет. А пойдем в бассейн. Вот, привет, Манола говорит. Видите, какая вкуснятина. Ой, а что встала? Чего? Пекла всю ночь. А ты что ли привезла? Да, я пекла. Не трынди. Как это легко и просто сказать? Яйца закончились. У тебя шкуры есть. Они смотрите, как они тут плескаются. Бассейн у Оли. Сейчас, кстати, тоже надо плескануться. Попробуем водичку. Не нырнуть бы. Холодная вода? Нет, теплая. Теплая? А ты что, не купаешь? Замерзла уже, что ли? Ой, теплая, правда. Же накупалась. Сейчас тоже залезем и искупаемся. А это у нее жасмин. Красиво подстригла, кругленько. А еще котятки были, же белые такие, красивые. Где же белые котятки, они тут были красивые? А вот куста. В той стороне, смотри, там маму сейчас видела. А вот это рыженькие, а еще были белые. С голубыми глазами и рыжим хвостом. О, Танька всю ночь пекла. Дети. Оксан, порежь небольшими кусочками. Ладно. Оксана. В бассейн Энрике. Бассейн, какая красота. Ну что, я опять на пляже, только уже приехала на рынок погулять. Накупались, вообще так здорово. Так что идем глаза продавать. Так, колбаски разные, смотрите, можно попробовать, сыры. Наверное, вкусные фрукты. Ой, черешня, почем черешня? Она не очень. Какая-то пыльная. Как это не очень. Черешня. Купальники разные. Купальники разные. Всякая разная. Я люблю, знаете, как вот так пройду туда. Потом мне все равно обратно возвращаться нужно. И тогда уже можно брать, что если понравится. Смотрите, симпатичный. По 5 евро, наверное, или по 6. Вот так и цены где-то. По 3 евро вот там маечки. Так вот, всего до всего у нас тут есть. Ой. Фрукты. В основном здесь цыгане продают. Такие испанские цыгане, которые этим занимаются.
собачками гуляют. Мой Чарли, побреситу, маленький мой, сладенький, один совсем. Ой, манго, а почем манго? 2 евро килограмм. Евро и меди килограмм. О, евро с половиной. Мягкие были, кстати. Сейчас у нас, видимо, начинается сезон манго. Я уже заметила, что везде его начинают продавать. Оно всегда продавалось, но не было такое вкусное, как вот наше. Мне нравится. Привозили с Коста-Рика, по-моему, или откуда-то оттуда. Всякие платьишки. А мне нравится наше манго. А я еще все гуляю. Кое-что купила. Но об этом расскажу дома. Так, народу здесь уже темнеет. Кстати, на камере намного светлее, чем на самом деле. Видите, здесь одежда продается. В общем, обычный рынок. Я бы еще, знаете что, черешенки купила. Смотрите, как я тут прохожу. Картошку молодую вот продают. Я бы тоже, ну, прям много, такая здоровая, крупная. Ай-ай-ай, это вот у нас негры тоже продают всякую фигню. Мексиканцы продают, мексиканцы. По-испански Мексика. Поэтому мексиканцы у меня. Разные полотенца. Кольча с 3 евро, накидки на... Тут, правда, есть бомбы, как бы на них не наступить. Манго. Моя любимая манго, обожаю манго. Бижутерия. Кошельки. И уйма народу. Вот вам подделка, пожалуйста. Какую хотите сумку. Вот видите, я так не люблю, чтобы вот идти за кем-то. Люблю быстро. Поэтому приходится вот так по газонам переть. Это вот набережная, где мы с Чарли всегда гуляем. Там вот у нас косички притут. Негритяночки. О, видите, вот там косички плетут разные, красивые и некрасивые. Которых потом они улыбаются, девочки, потому что по-иному она. Почему он со мной поздоровался, я не знаю. Мне его, наверное, понравилось. Кепочку. Можно было бы присмотреть мужу. Но неохота. Вот свет врубили. Сейчас, знаете, прилетят много комаров или какие-то и будут кусать. Собачка. Хорошая какая собачка. Вот, блин, я не могу пройти. Ай. Мне надо быстро, быстро. Быстро. Я уже обратно иду, кстати. Кроссовки разные. Подделочные. Nike. FIFA. Или FIFA, как ее там назовешь. В общем, такой обычный рынок, сумки, чего тут только нету. Видите, и Гуччи тебе, и Луис Вьютон, и чего только не хочешь, и Прада. Вот, пожалуйста. Ой, смотрите, какой красивый розовый закат. Ух ты, а там море. Вот на этом пляже я сегодня была. А, смотрите, закат какой розовый. Ну надо же, красота какая. Ладно. Встретимся уже дома, покажу вам свои покупочки. Кстати, ставьте лайки, пожалуйста, не забывайте, не скромничайте. Мне будет приятно. Да, и подписывайтесь, пишите ваши комментарии. Будем общаться. Смотрите, какие. Типа. Для ребятишек. Игрушки разные. Тарам-пам-там. Тарам-там-там. А я иду. Шагаю. Вообще у меня прям такой день сегодня был насыщенный, скажем так. Чего только я не сделала. Где я только не была. Сейчас черешенку еще хочу посмотреть. Можно и арбузы купить. Люди с тележками приезжают и набирают всякой всячины. Ой, я, конечно, понимаю, что вы гуляете, что вам некуда спешить. Но у меня труселя, смотрите, сколько трюселей разных. Ой, что там такое случилось? Трюселя, какие хотите только. Разные.
и люфчики мужчины продают. Можете даже померить, пожалуйста. Все возможно в этом мире. Вот что я купила на рынке. Это мужу вот как такой вот пирог купила. Он покрошился. Это лишь значит, что он свежий. Это со шкварками. Пирог со шкварками. Вот такое тонкое тесто специальное. Но, знаете, это сладкий пирог со шкварками. То есть шкварки, знаете, что это, да? Жареное сало, выжаренное такое. И сладкий пирог с сахаром. Видите, он такой, как чипсы. Испанцы его просто обожают. По крайней мере, у нас в родне. Не все, конечно, это как, смотрите, прям кусок мяса. Не все, конечно, как и у всех вкусы разные. Но в большинстве у нас в семье особенно. Они прям, так что идут покупать, так это вот торта де чичаронес. Я один раз попробовала, мне не пошло. Он 2 евро стоит. Мужу порадовать. Кстати, еще нету, представляете? И черешни взяла. Но это скорее вишня. Я попробовала. Она сладкая, хорошая. И видите, вроде бы ничего. В общем, 2 килограмма мне здесь сказал мужик. 2 килограмма. Ой, ну какая разница. 2 килограмма. Ну да. Вот. 2,137. 4 евро. 4 евро, 2 килограмма. И манго взяла. Манго взяла 2 евро килограмм. Тут на 5 евро. То есть 2,5 килограмма должно быть. Проверим. Ну, смотрите, не обманули. Ну, надо же. Обычно на рынке как бы, ну, как на всяких рынках, не доложат, подложат, гнилое положат. Манго я сама выбирала. Вот. Ой, мадре мия. Мангу я сама выбирала, поэтому я взяла одно спелое уже на завтра, одно такое полуспелое и одно совсем не спелое, чтобы они как бы... Это уже наши манги. Это уже наши манги отсюда, поэтому они самые вкусные. Я, как уже говорила, никакие там с Коста-Рики не пойдут. Ой, у меня даже копеечка какая-то в пакете была. Не идут в сравнение с вот этим манго. Вот это вот, несмотря на то, что оно зеленое, оно очень спелое и вкусное. И оно вот самое спелое, чем вот эти. Потом идет вот это, а потом идет вот это. Так что, если вы видите в Испании, что вот такое зеленое манго, это еще не значит, что оно не спелое. Потому что на цвет не надо смотреть. Нужно вот так пробовать и немного нажимать. Если оно мягкое, то уже готово к употреблению. Так что вот такие покупочки сделала я. Я очень рада, что я туда сходила. Мне понравилось. Мне вообще нравится гулять по рынкам, шляться вот так вот в толпе. Я раньше с Чарли ходила. Но там, знаете, дети есть, они кидают вот такие петарды. И Чарли их очень боится, и поэтому я без него ездила. А теперь я буду сейчас в холодильник черешню, наверное, ставить. И чуть-чуть посуду помою, разберу. В общем, буду умываться, разбираться. День такой продуктивный и прям такой насыщенный. Как будто я, блин, не знаю, неделю прожила без сна. Буду с вами прощаться до завтра. Встретимся с вами завтра. Так что всего вам наилучшего. Всем пока-пока!